Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Spy Hunter. Бляха, тут стреляют, кто-то вообще бесит меня. А кто, подожди, что делать? Как дам, блядь, там кто-то жесткий такой, прям вот хотя бы этому пушку выбью. А кто стреляет-то? Ай, подождите. Ебаха. Видал, как шибанул. А что делать? А, контрольная вышка. Что-то с вышкой надо сделать. А что делать, не пойму. Да хорош ты... А что делать? Подожди, не понял. Контрольная вышка, и что? Мне все равно, я чуваков не перестреляю всех. А что мне делать-то? Может, что нажать? Что сделать надо? Что сделать надо? Игра, говори быстро. Не понял, контрольная вышка, и что? Что надо сделать-то? Может, надо это разбить? Да, а что сделать-то надо? А, уже нашел, что делать. Немножко. Короче, на чуваков тогда внимание можно... А, нихера себе! Внимание не обращай на чуваков. Ты видал, как они шмаляют просто? Просто тупо. А, это не они. Ай, блядь, нельзя близко подходить к этой штуке. Ладно, будем так стрелять издали. Она меня жарит или нет, не пойму. Так, спокойно, где? Справа. Справа. Ой, блядь, справа, слева, блядь, везде. Сука! Тварь! Паскуда! Ублюдок! Говно! Валил нахер! Так, хорошо. Да, блядь, что я там... Что... А чё я сдох? Да у меня жизни вроде есть, ну чё вы, блядь, заёбываете? У меня жизни куча, блядь, а вы заебали. Мне жизни не уходят, они, блядь, как говорят, что я все, я дохлый. Хотя жизни у меня куча. Блядь, патроны кончились, что ли, ты серьезно? Тогда давай вот этот мне. Да, блядь, не кончились патроны, не пизди, игра. А, может, меня лазер перерезал? Хотя лазь до лазера было еще далеко. Что такое? Я не понимаю, почему я умираю. Я серьезно не понимаю, почему я умираю. У меня жизни есть! Половина жизни, откуда? Да привет, блядь. Правильно, давай в рукопашку, сука, я тебя с дробовика ебану. Молодец. Кто там, где там, кто? Еще одна. Есть. О, сложно, блядь. Валим, 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 валим нахер отсюда. Блин, еще тут чуваки. Хорош меня стрелять уже. Сука. Кто там? Они все с калашами. Подожди, сколько у меня потом... Да уйди ты, блядь, дебил. Гребаные сучки. Сучки, сучки, сучки. Я еще не знаю. Я знаю, что я не, как сказать... Неприкольно все рассказываю, там сижу, молчу, какую-то лабудень, вообще никчемную говорю, но, блядь, я не знаю, что говорить, потому что здесь происходит какая-то дичайшая трешатина. Еще в перемешку с таким гребаным управлением. Здесь надо очень резко реагировать на все, и в тот же момент управление дерьмовое.
Среагируй быстро с дерьмовым управлением. Ага, конечно. Ебаха! Кто-то нас шибанул. Ты, о, нихера. Ты понимаешь, когда пора уйти, не так ли, Деккер? У меня такое ощущение, что это случится скоро. Ну, наконец-то мы сошлись во мнениях. Мардук, кому кто это пора такой? Уходить. Хера ты здоровый. Как два этих. Подожди, а мне что делать, с ним биться? Ого. Ты что делаешь? Время до взлета. А ты что делаешь? Так, а подожди, хорошо, так он не бьется, а я как? Что ты вообще делаешь? Что-то надо делать. Вот так его надо бить, нихрена себе. Ага, окей. Блять, это сложненько, долго будет. Это все будет очень долго. Время до взлета. А ящики не дают, алло. Патроны есть? Патронов нет. Хорошо. А где ящик? Ящики не дают. А зачем он в них стреляет? Да спасибо, помогай. Бля, а, он уничтожает его совсем. Иди, иди к нему, сука. Блин, а патронов-то мало. А патронов не дают. Где патроны? Патроны! Может, вот тут где-то? Ага. Аж два патрона целых. О, я не успею так-то. Где, чтобы подобрать предмет? Нахера он мне нужен? Давайте бочки-то. О, а наверх ты не полезешь? Так, смотри, одна есть. Пускай, ладно, подходит. Ах ты падла, он их еще и берет в руки, ты понял? Ох, ха-ха-ха, прям на башку. Ага, можно и так, да, просто тупо на башку ему скинуть, окей. Так ты никчемный вообще, чувак, я думал с тобой там драться, он там супер бронированный, на кулаках, там будем сейчас ему щи разбивать, а он не хочет нихера. Он говорит, давай мне бочки на голову сбрасывай, потому что так неинтересно. Ага, его надо, короче, отвлекать, чтобы он вот так, типа, не стрелял в них, если... Да давайте бочки уже, алё. Давай. Блядь, рано. Сука, еще где-то пару раз, блин. У меня патроны хватит? Не хватит у меня патронов, а может и хватит. Гранаты еще есть. Гранаты такие, такие, блядь. А может его граната его такой? Херанет. Ай, блядь, куда она улетела? Нет, не берет. Не трогай мои бочки. Иди, 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 бочку бери. Есть! Завалил, есть. Отлично. Я вообще никчемный чувак. Я думал, он будет таком крутой, там что-то вообще неадекватный. А он вообще каляка. А мы уже не будем на нашей тачке ездить, да? А не вцепился, не вцепился, не пизди. Не вцепился, не вцепился за воздух. Нельзя так. Он за воздух вцепился, видал? Соврал, соврал. Ну ладно, использовал немножко читерский способ земли. Алекс, что происходит? Говорить, я немного занят. Да, действительно. Че это, меня узяк, что ли? Говна кусок. Узяк, узяк, это бесполезная трата патронов. Абсолютно. То есть ты, у тебя никакой точности нету, еще плюс у тебя патроны вылетают за секунду. А че, где у чуваков тут что? Они... Ой, у меня калаш есть еще, окей. Стоп, а тут еще что-то где-то должно быть. Да почему-то с них ничего не падает? Я убил трех чуваков, где с них пушки? Ни одной. Ладно, пойдем, у меня вроде калаш... Ой-ой-ой-ой, открытая территория, это плохо. А, вон ты сидишь, я тебя вижу. Ой-ой-ой, а мы уже в самолете, ой, в смысле в воздухе? А че у меня гранат нету? А, отобрали, чтобы я тут, блядь, самолет весь не разнес, да? Молодцы. Да что ты делаешь? Выключи прицел. Еще там кто-то есть. Ой, привет.
А ты откуда? Откуда они взялись? Да, блядь, не та кнопка. Сейчас завалят, завалят, да. Завалили. Потому что нереально так вывалить такую толпу, когда я открыт. Что происходит? Не могу сейчас говорить. Если я просто тупо на открытой местности. Я же просто на открытой местности, мне заныкаться негде. Ого. Ну вот и что, где пушки, какие пушки? Вот калаш. Хорошо, ладно. Как же тут пройти, подожди. Ну вижу я на одного чувака, ладно. А как... Ай, кто там? Их там просто сильно до хрена, мне б гранату какую-нибудь. А, можно же вот так. Эй! Здорово, дурак. Так, спокойно. Опа. Главное хедшоты раздавать. Да, блядь, да попади ж ты. Что ты, как... Почему ты такой модный? Смотри, сколько в него надо херячить. Они в меня попадают вообще-то. Ой, они расхерачили мне все сети. Почему ты не умираешь? Я не пойму, почему это... Ты видел, сколько я него целую обойму вхуярил? Это просто пиздец какой-то. Я не пойму, как это проходить. Пока что. Ой, без гранат херово. И почему он не умирает? Ну эти, ладно, и что? А дальше что? Как мне ту толпу вынести? Там просто здоровье, может просто тупо на них бежать. В упор. А им похуй вообще на меня, блядь. Вообще похуй, смотри. Тупо вот так, в наглую. Ты еще жив, что ли? Сука, да куда ты выкинул-то? Выкинь лучше вот это. О, там надо было просто тупо... О, сучка, сейчас получишь. Не получишь? Или получишь? Она нас два раза подставила, или сколько там? Да, выбора нет, да, такая, я думаю, да, сучка. Юху! Ай, бляха-муха, прям по башке. А что у тебя дигл постоянно, если у меня дигла нету? Ну и чё? Подожди, дай я. Думаешь, попадёшь? С такого расстояния? Как я могу промахнуться? Так что, неужто тебе наконец выпал шанс свести счёты? Да, я ждала этого год. Год? Буньк. А, год. Да, в смысле, ты в упор не попала? Ты что, вообще косая? В упор, башка? Ты что, секир? Как так-то в упор не попала? У него башка прям перед прицелом была. Как ты могла не попасть? Ты вообще косая. С такого расстояния, да ты в упор не попадешь, вот так впритык. Думаю, у меня будет шанс выстрелить. Я уж сам начал в этом сомневаться. Ай, капец. Баба-баба. Тебя слегка поцарапала. А, она уже умирает прям. Чё это? Ни хрена себе, это как? А мы что? А, чтобы выбраться, найдите путь к задержанию. Гуру, побежали. Ух ты, ядри твою мать. А-ха-ха. Скажите, что сейчас еще чуваки будут. Воу! Нажмите С, чтобы присесть. Сейчас не надо. Да я присел! Ты заебал.
Ну? Время до падения быстрее. Я правильно? О, откуда у вас опять тачка-то? Я ее третий раз уже разбиваю. То есть она третья тачка уже. Или они у вас бесконечные, реально? Так над этим ты работала столько времени? Спасательная машина? Да, так это та же самая. Так это та же машина, которую я разбил два раза. Это уже третья. Они такие мощные, эти тачки, видишь, такая супер разработка, что ее просто уже третья тачка, потому что не могу сделать так, чтобы она целая осталась, никак. Ой, только не говорите, что я сейчас буду на этой драндулечине ездить, ой, она такая коляшка. Ух ты, крылья, отличный тюнер. Самолет. Я так и думала. В смысле? Серьезно? Я игру прошел. А чё она такая коротенькая? Натуре. Я игру прошел, не ожидал. Я не подготовился. Я думал, еще не финал будет. Так а подожди, этот главный он свалил. Как так-то? И мы же его должны завалить. Или это на следующую... А там есть еще следующая серия? Ой, в смысле, игра. То я как-то не в курсе, есть там что-то или нет. Я думал еще, блин, это... Ну, ё-моё... Эффект частицы, эффекты частиц. Глен Гамбле. А кто за управление отвечает? Какой дурак? Специалист по интеграции, менеджер проекта. Блин, я, может, провтыкал там. Было написано, кто по анимации или по чем там. Я херёный. Тестеры. 5 тестеров. 5 тестеров! 5 тестеров! И ни у кого не вызвало негодование по поводу управления? Вы мертвых тестеров брали или что? Прям с гробов вытаскивали или я не знаю? Они вообще тестировали или они так просто тупо запустили на главную менюшку? Дизайн уровней. Менеджер проекта, программирование опять. Я не представляю, как это с 5 тестеров ни у кого не вызвало каких-то предложений, улучшений по поводу управления, потому что оно такое дерьмовое. Ну, хотя, я не знаю, может, это как-то фишка старых игр, что типа трудно, сложно, мы, в принципе, вот так нормально. Мы знаем, как машина себя ведет, в принципе, на дороге, но мы добавим ей немножко льда на колеса и еще хвост добавим, чтобы была корова на льду, и будет нормально. Ай, технический директор, аниматор, во, аниматоры, художники-аниматоры, хотя это не то, да? Я не знаю. Мидвей. Отдел внешний проектор. Ёлки-палки, игрушку закончил. Ты представляешь, не ожидал. Прикольно. Ну, ничего, дальше следующую начнем. Вот, жалко, что, конечно, 2001 года у меня не пошла Spy Hunter. Ну, она пошла только с лагами. 11 FPS, там нереально записывать просто. Не понимаю, в чем проблема. И решения проблемы в интернете и как таковой и нет. Не, у всех нормально, это у меня только так. Я просто жду, как бы этих титров, может там что-нибудь интересненькое будет в конце, не знаю, может что еще покажут. Следующую серию, например. А то вообще... Ну, вот такая вот игрушка, ребятки, как сказать, годная, негодная. На тот год, хотя 2006 вроде год, не 2003, а 2006, а может 2003, не знаю точно. Во. В принципе, сгодится на один разок, чтобы пройти, просто посмотреть вот эти заставочки, как сказать, поугарать с хренового управления, что с видом от третьего лица, что на машине. Единственное управление было нормальное, это на катере. Более-менее на катере было нормальное управление. На мотоцикле там вообще дичайшее, там только влево нажал, он уже улетел. Прям вообще в другую сторону развернулся. Вот действительно сделай нормально на... Он старшие тестеры, смотри, 2 целых, ни хрена себе. Помощники старших тестеров, еще 2. Ё-моё, Ре-Ай-Кью. Да, вот так вот. Вот такая вот игра. Ну, блин, долго еще будут эти титры идти. Я не знаю, что говорить, потому что у меня словарный запас очень сильно маленький. И вообще у меня 90% мата должно быть. Как я это вообще говорю и без матов? Непорядочек. Надо немножко исправляться, правильно?
Потому что как это без матов говорить? 90%, а я вот еще ни одного не сказал. Да елки и штепалки. Ух ты, смотри, блин, картинка прикольная. Может, на превьюшку взять? Spy Hunter, типа. Не, пускай, хай, ладно, будь такая. Заколебали эти превьюшки уже. Актеры. Он, Скала, смотри. Дуэйн, Скала, Джонсон. Диги. Особая благодарность. Сколько титров, кошмар. Да, я что-то не думал, что я так ее быстро пройду. Думал, она там на хрен знает сколько серий тоже получится. Она такая вроде показалась поначалу вроде такая сложненькая. Особенно с вот этим управлением, те, что стрелять. Стрелять сложно, очень сложно стрелять. Геймдизайнер, его. Не, геймдизайнер это тоже не то. Опять тестеры? Сколько у вас там тестеров? 5. Так это те же самые, или ты по второму кругу уже шибаешь? Ирина Стаховец. Александр, Олег, Александр, Илья. Блин, даже баба была в тестерах, ты представляешь? И вот это... Как? Все. Да, я бы, если бы только мне вот эту первую миссию дали, что на машине, я бы сразу сказал, блядь, управление у вас дерьмовое, ребятки. А что за бонусные режимы? Агент, рекрут. Че, 174? Оружие. Оружие, что такое оружие? Микро. Тактически. А что, в смысле? А че они серенькие? X12. А что такое микро? Бонусные уровни. Соревнования бомбы, соревнования катер. X2, X4. Это два раза надо пройти игру, что ли? Чтобы открыть тут 4. Да не, ну нахер. О! Spy Hunter Arcade, можно? Ну-ка. Spy Hunter Arcade, смотри, сейчас. Тихо. Как управлять? Ага, окей, вижу. Так, тормозить нельзя? Ускоряться можно. А что делать надо? Как стрелять? А, во. Жизней 2, счет. А, ну типа сверху будет, типа. Ну смотри, о, тут управление прям четкое. Эй, а вы чего вы меня вытолкали-то? Тут управление прям четкое на машине, только она. Ай, медленно управляется. Так, как там? Хорош! Так, тихо! Ага, спокойно. Минки. Воу. Жизни одна осталась. Ой-ой-ой-ой, тихо, смотри, где мои жизни? Ага, окей, увидел. А ну-ка, стоять сюда, падла, вот так. А их можно выталкивать, смотри. Раздолбай. А на Q не работает. Ай-яй-яй-яй. Стокойте, зажму, блядь. Ага, хорош. Вообще по приколу. На Q не работает. Ну-ка, ты куда, блядь, падла такая, наперед попер? А что это за красная тачка? Что за красная тачка там была? Ну-ка сюда, сука. Ах ты, падла, сука, вытолкал меня. Жизней 0, 6000 очков. Да куда ты выталкиваешь так сильно-то? Ты вообще-то не должен так выталкивать сильно. Да, блядь, эти гребаные бомбисты. Смотри. А ну-ка, сдохни. Ты там попадаешь или нет? Тихо, потихоньку. А, тут можно, в принципе, протормозить маленечко. Оп. Вот эти ракеты плохо, что не работают. Так, тихо, спокойно. Ага. Хорош. Ой, я куда-то приехал. Ух ты. Ха-ха. Серьезно? А что ты не управляешься-то? А катер не управляется. Эй, а он не поворачивает. А он не поворачивает. Он не поворачивал влево-право. Рекорд счета 10 тысяч. Ну и нормально. Прикольно. Ну, хотя не очень. Я думал, тут будет, знаете, как вот там на... Как оно там называлось? Не помню, вот эти автоматы. Что такое? Как графика квадратная такая, типа там было бы прикольно. А так не прикольно. Не, ну и все, в принципе, я не буду тут ничего смотреть. Смысл. Соревнования бомбы, всякая херня. Видеоролики, я так понял. Запись Скалы Джонсона, трейлер 2. Ну, это надолго. Если все смотреть... Да, ну да, это надолго. Это все внутриигровые видосики. Видосики.
Погоня, погоня. Ну да. Так что все, короче, ребятки, вот так прошли игру, представляете? Я прошел опять игру. Хоть с потугами, но прошел. Как всегда, ну я не хардкорный геймер, решил пока что, может быть у меня потом скилл какой-то выработается насчет этого, я не знаю. Все, всем спасибо за просмотр, ссылки на плейлисты в описании, комментируйте, и всем до встречи в следующей игре, которая будет следующая, понял? Следующая, она будет следующая, потому что она закончилась. Все, всем пока.